Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня хочу связать вместе с вами слитки крючком. Вяжутся очень просто. Связались на размер 37. Вязала крючком 2,5. Пряжа акрил в 100 граммах 200 метров. Итак, скользящую петлю провязала 12 столбиков с накидом. Теперь стягиваю нить. И провяжу соединительный столбик. Соединю в круг. Следующий ряд. Провяжем 3 воздушные петли подъема. И начинаем делать прибавки. В каждую петлю основания будем провязывать по 2 столбика с накидом. Таким образом, у нас в этом ряду получится 24 столбика. То есть в каждую петлю основания провяжем по 2 столбика с накидом. Всего 24 столбика. Заканчиваем ряд соединительным столбиком. Вот у нас такой рисуночек получается. То есть из каждой петли основания по 2 столбика с накидом. Так продолжаем до конца ряда. Следующий ряд прибавок. Это последний ряд прибавок. 3 воздушные петли подъема. В следующую петлю основания провяжем 2 столбика с накидом. И будем чередовать. Следующую петлю столбик с накидом, следующую петлю основания 2 столбика с накидом. Так и чередуем: одиночный столбик с накидом, 2 столбика с накидом в одну петлю. Так продолжаем до конца ряда. Заканчиваем ряд соединительным столбиком. В этом ряду прибавок у нас получится 36 столбиков. Это последний ряд прибавок. Больше мы петли прибавлять не будем. Заканчиваем соединительным столбиком. Следующий ряд. Здесь мы уже начнем вязать по прямой. Вы можете вязать просто столбиками с накидом в каждую петлю основания. Так у нас будет по 36 столбиков в каждом кругу. Но я связала немного другим узором. Он получается более плотный и очень простой. Вот сейчас я вам покажу. Вот здесь просветы, где столбики с накидом, а вот здесь он более плотный. Этим узором связала 10 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 3 воздушные петли подъема. Теперь в среднюю петлю ввожу крючок. Секунду. Угу. Вытаскиваю петлю. И теперь из следующей петли основания тоже вытягиваю петлю. Теперь у меня на крючке 3 петли. Сначала я провяжу 2 петли вместе. И оставшиеся 2 петли также провяжем вместе. Все, мы провязали 1 столбик. Так будем дальше вязать. Теперь в перемычку ввожу крючок. Вытягиваю петлю. И в следующую петлю основания, в свободную, ввожу крючок. Также вытягиваю петли. У меня 3 петли. 2 петли провязываю вместе. И оставшиеся 2 также вместе. Все, еще один столбик готов. Петлю из перемычки. Петлю из следующего столбика предыдущего ряда. 2 вместе. 2 вместе. Петля из перемычки. Петля
из следующего столбика предыдущего ряда 2 вместе, 2 вместе. Вот получается очень плотный узор. Так буду продолжать до конца ряда. Заканчивать буду соединительным столбиком. И этим узором провяжу 10 рядов. Вот здесь просветы. А это узор более плотный. Заканчиваем соединительным столбиком. Вот у меня уже на один тапочек готов мысок. Этот шовчик я оставлю на подошву, там, где я замыкала. Вязала тем же узором поворотными рядами 11 сантиметров. Всего длина тапочка получилась 23 сантиметра. Узор разделяла нитью контрастного цвета рядом столбиков без накида. Теперь соединяем по шву. Обвязка. Вводим крючок. В каждый столбик провязывала по 2 столбика. У нас получается 2 петли. Оборачиваем нить вокруг образовавшихся 2 петель и провяжем их вместе. Вводим крючок, вытягиваем петлю, оборачиваем нить вокруг образовавшихся 2 петель и провязываем их вместе. Так будем продолжать до конца ряда. Закончим ряд соединительным столбиком. У мыска, вот в уголках, я делала не по одному столбику, а по 3, чтобы скруглить полотно. Вот такие тапочки получились у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!